Реалистичная графика. В доме художника открылась персональная выставка Виталия Журавлева, приуроченная к 60-летию автора. В экспозицию вошло около 100 произведений. Здесь можно найти работы разных жанров. Поразительно живые портреты, удивительные пейзажи, похожие на окно в другую реальность, и лаконичные натюрморты. Художник родом из Фурманова, и в экспозиции представлено много работ на тему «Малой Родины». Дело все в том, что время идет, все меняется, и вот Виталий Павлович как раз на протяжении всей вот, в принципе, творческой жизни, он как раз запечатлевает уголки родного города, которых уже мы сейчас не видим. В этом, конечно, ценность. Много произведений художникам написано во время путешествий. Здесь можно увидеть и загадочный Байкал, и горные реки, и старинные русские крепости и храмы. Напрасно считают маловыразительными черно-белые картины. Они как раз самые сильные в эмоциональном плане. Работы притягивают взгляд своими четкими линиями, игрой полутонов и света. Глядя на них, можно отчетливо почувствовать настроение. На данной выставке я представил графику. Акварель, карандаш, тушь-перо. Наверное, по одной простой причине, что в свое время я был принят в союз художников по графике. И поэтому решил такую сделать ретроспективную выставку. Выставка не оставит равнодушным ни одного ценителя природы, путешествий и новых впечатлений. Увидеть реалистичную и эмоционально насыщенную графику Виталия Журавлева ивановцы смогут до конца февраля. Мария Попова, Денис Денисов, РТВ Иваново.